Приветствую на нашем канале «Просто обо всем». Жизнь на кухне. Приготовление карасиков, жарим их на сковородочке. Карасики пойманы собственноручно, мной же почищены, потом будут пожарены не мной, но кушать буду я. Ингредиенты для жарки. Сюда входит приправа к рыбе, имбирь, перчик, букет перцев, манка, соль. Так получается, потом это все на разогретой сковородочке с маслом. Обваляли в манке со специями, вот такие получились карасики. Сейчас нагревается у нас сковородочка, будем туда их накладывать. Давай я туда положу и покажешь. Вот они начинаются жарить. Перевернули карасиков и до корочки хрустящие. Следующую порцию положили, а первую порцию выложили на бумажное полотенце, чтобы с них лишнее масло ушло, впиталось в полотенце. Как-то так. Вот такие у нас карасики получились. Всем приятного аппетита. Мойте руки перед едой. Берегите себя. Пока-пока.